Co stało się? Как называется? ИК 2004, 1, 2, 3, 4. Игорь что-то невнятное ответил, так и не понял. Сойдет он или нет? Подпью. Подпью. Какой там пароль? Какие? Что там? 1, 2, 3, 4. Где берущийся? Не взламываю. Блин, не знаю, у меня инстант пропала игра, вот как только она появилась. Иконка делась. 2 секунды. Все, все на месте? Угу. Да, да, я. Людвиг ван Биткоин. 17 года. Мне кажется, что мы играли. По-моему, нет. По-моему, мы только 3 пакета от... Блин, ну ладно, как скажешь, как скажешь. Ну, сейчас посмотрим. Ну, типа, слушай, камон, ты вспомнишь ответы, что ли? Да, я все помню, я ничего не забываю. Хотел бы память. Мы там это играли, не знаю, в 3 часа ночи в каких-нибудь... С пак-пак одни и те же игры, как бы там понят. О! Найти это круто. Это как соединить принтер с компьютером? Вот это вот будет по какому проводу или что? Это еще такие сложные вопросы, это за 1000. Блять, что? Это нейроавтоматы. Чего? Это что, блядь? Это игра. Это аниме? Это Лентяева или Overwatch? Сорян, я просто проснулся. Заря. Стефани, или как там по-русски? Блядь, что? Это контрольный из мема про негра. ТК Элита, она не в теме такой. Короче, это игра консольная, что-то там про тёлку, что-то там про машины. Zero Dawn, по-моему. Да, Zero Dawn, что-то, да. Просто вытащили, парни. Вытащили. Опять Overwatch. Это же из этого... это Наруто тогда. Стальной гигант. Это Наруто точно. Наруто Стальной гигант. Я же в курсе. Do you want pearly white teeth the natural way? Now you can do it for cheap. Spray paint your teeth white. Yeah! Что назвать нужно? Это из... Mad Max, Дорога Яры? Да. Блядь, не понял. Это Filthy Frank. Пак 17-го года недавно. Знаете компанию Uber? Uber какой-нибудь. Международная такси-компания. Какая еще? Яндекс.Такси. Вполне. Международная. Ну. Ну да, вообще это. Ой, блядь. Вася, Петя, блядь. Петя, по-моему, какой-то.
Я не знаю, как назывался. Петя. Я понял, типа, что за вирус. А вот сейчас недавно вирус какой-то был, который забирает весь твой GitHub или что? Блин, даже не могу вспомнить, что он делает. Я вообще не знаю. А что, блядь? Вот. Блин, что-то нету вот той вот... Вот? Что? На F называется, наверное. Фидора, понятно. Давай, Сань, ты знаешь эти слова. А, я раньше времени нажал. Скрам, Аджайл, Канбан. Бамбан. Канбан — это доска такая. О, бля. Вас играет? Вот, вот она, вот атмосфера Дэнчика. А что нам назвать? Оригинал. Аха, take on me. Аха. Аха. А клёво, у меня не играла музыка. Ну, бывает. Ну что, у тебя на минус? Потому что пак из 97-го года. Ох, ебать. Помни. Момента. Охуенный фильм. Чё, майним даймонды дальше? Чё? Вот она, атмосфера, которой не хватало. Real Slim Shady от Эминема. Чё? А ты погоди, чего ждешь ответа, Гачи Бас или что? Не, нужен исполнитель, название трека, давай еще раз. Ну, Eminem, Real Slim Shady, он так называется, по-моему. Ну и ладно. Понятно. Вообще пофигу. Ладно. Ой, бля, как эта хуйня называлась? Сирик какой-то, что ли? Да. Это получи. Это сериал? Ответ. Спрашиваешь или отвечаешь? Ладно, пусть будет. Может, ты на ведущем посидишь? Кости. Какие-нибудь. Милые. Ну, было близко, кстати. Stick your finger in my ass. This thing is $300. Чувствую, как гнёт мои уши. Он любит. Ass we can. Там $300, это $300. Не знаю, паровозик Томас. Ебучий паровоз. Ты это знаешь? Я не помню, как называется. Блин, нормально. Это Dragon же. Да, Dragon Force, по-моему. Dragon нормально, Force, вот Through Fire и что-то там. Flame Through Fire. Да. Почему у меня нет звука? О, интересно, что поставили сюда, как бы, где гачи. Надо оба назвать.
Оба назвать, оба. Linkin Park in the End и... Somebody wants to me! Блядь, этот как его... Все, Саня, жопа! Музыка из Шрека, ух! Ну да, этот... Давай, все звезды, Smash Up. Smash Mouse. Маус. Все, нормально. Давай. О, я знаю, это белорус. Да. За Кореан, Денис Верхович. Это марсианин. Это я всего лишь был понял. Поздравляю. Блин. Пипец, ли все фигово. Не знаю, похоже на головоломку. Какая это головоломка? Ты... Ну, у них стиль одинаковый. Голову сломал. Я такого не знаю. Нарисовано, похоже. Есть фильм про Снейка? Да, именно метал. Понял. Что? Left 4 Dead? Это Dead Space. Это жестко сейчас было. Хороший соус. Что-то должно быть, или? У меня ничего нет. Картинка какая-то. Какая картинка? Блин, не знаю. Толпа людей и... А, всё. Видит. Что-то полторы секунды. Что назвать-то надо? Соус, блин, я не хочу. И что, зависло грузиться? Давай, она полторы секунды длится или говори, что? Будет ждать, типа, пока у нас не загрузится, что видимо. Что назвать игра нужно? Янус. Я так понимаю, это трек. Чего? Там есть звук? Пиздец. Слушай. Дим. О, загрузилось. А как это название здесь пользуется? Я, что говоришь? Исполнителем надо назвать трек. Initial D. Ага. Ну это не так, блин, исполнитель Initial D. Кстати, да. Кстати, да, а кто там исполнитель? Я не помню. Не знаю. Что-то тоже должна музыка быть. Блин, оно что-то зависает всего. Может, давайте скипнем эту тему? Ну, пак, блядь, старый, типа, и все старые паки, помните? Ему было. Я, ну давай... Магию тут, включай. Тут Mass Effect, подожди. Так. Да вырубай, блин. Давай, next. Мы будем 20 лет сидеть смотреть, как видосы не грузятся. Чё? Причём тут Бэткомедия ночь? Не, я такой не играл. Слова. Вторая. Молодец, справился. О, блядь. А, это мем с сердцом. Фарк, сука, так и знал, блядь, пизда. Ебать. Как эта хуйня называлась? Darkest Dungeon. Darkest Простоквашино. Чё, идём дальше? Да. Да, да. Да нет, ну не так дальше. О. Ну, это ну... быстро загрузилось. Там звука нет всё равно. Сука, доль гитлер. Типа, даже не услышал, что там было. And my daddy and my mommy. Stop. Yeah. First thing people in the house. Okay.
еще назвать-то? Сериальч. Breaking Bad. No. Я прав. Дим, у тебя звук в самой игре включен? Да, на максимум. Можешь в микшере замьют. Вырубать тогда тебя... зачем? Видос у тебя показывает, а звук не играет, это странно. Бан Диму. Чё? Чего? Чё? Надо отвечать либо да или нет? Ага. Охуеть, как это печатно печатать. Там нет ПВП. Чё, пиздёшь? Да, потому что пофигу вообще. Ну, нет. Нет, так нет. Что за херня? В Мордоре вообще не было мультиплеера ни в какой форме. По-моему, это баяны из подборки. Это конченая тема. Охуенно. Нет, 9. Да, по-любому, да. Еще бы знать, кто это такой, чтобы не быть шибал. Это Денчик. Блять, как кто пидор зовут. Так я, наверное, перезайду. Кто узнает, как этого пидора зовут? Не знаю. Я даже который... не услышал, когда вы говорили. Который Фил с Фрэнком был постоянно. Видосов много. Что, блять? Ну, Дима, кстати, забанился из этой темы. Простоквашино. Жестко сейчас было. Что тут отметить надо? Фильм? Филти Франк. Ну, фильм надо назвать. В смысле там написано, я угадаю, этого ютубера тема называется. Нет, это другая тема, это киномаг сейчас. Бля, пиздец. Ну, Гарри Поттер, блядь, не знаю, пятый. А, слушай, ты угадал. Бля, рандом. What? Орден Феникса пятый. Not what you thought it would sound like. We're just warming up now. The combat has been dumbed down to where you can only have three moves at a time. And какой-то обзорщик Лиги Легенд, что ли? Which I assume was some misguided effort to streamline the game like they did. Не, вообще все игры позревают. Видео гейм Данки. Что-то в списке игры нету, да. Но тебе нужно нажать созданные уже. Там нет такой кнопки. В смысле, ну... Увердурович там... Ну, блять. Я уже покидаю! Можно мне засчитать тот ответ, который я отвечал? Ну ты выжми кнопку. Какой ответ? Выжил кнопку. А, долбанный пиздец. Что происходит, блять? И... И сегодня я наконец-то буду пародировать того, чья мимика такая же мертвая, как и у моей трехмерной модельки. Покер фейс. С вами ЗЗ Шоу. Хапанем и хайпанем, наконец. Хайпанем, блять. Такой. Ну, видел я тоже пару видосов. Блять, и какая часть? Ну, шестая или... Блять, четвертая либо шестая, да. Блять, красота. У нас человек зайдет вообще? А я не могу, их нету в этом. Да в смысле нету? В
Поставь мне паузу, блин. Ну... Самурай Джек последний сезон. Блядь, а смотри, ты выходишь такой. Заходишь. Бля, я не знаю. Нажимаешь ничего. Шестой или седьмой. У тебя начинают показываться все игры. Пятый. Ищешь такой. ЕК-2004. Дело в том, что они куда-то дели кнопку фиг. Бля, здесь типа надо... Чего дели, что? Шрек. Короче, вообще мы выходим, я смотрю, потому что тут уже Серега вышел. Да блин, я вышел, потому что нужно показать человеку, как зайти. Я не понимаю, вот я спокойно зашел. Ты на другое место зашел. Ну, бывает, сори. Нормально, был 100, стал 900. Он тебя не пускает с моим именем. Чё, блядь? Он говорит, там типа чувак с таким именем уже есть. В смысле, ты в игре? Да. Меня-то нет там. В смысле? Чё? У меня типа этот свет что-то мигнул на секунду. И ты его мигнул. Я тут ты сидишь. Ты хоть можешь его... Если я его кикну, он больше не зайдет. Да блин. Гоу, следующий пак, я не знаю. Один не может зайти, другой не может выйти и зайти. Че, скипаем? Выходим? Да. Окей, вышел. Давайте, выходите. Ну, блять, слава Украине, нахуй. Чё? Так. Я создал. Игра с таким именем уже существует, кто-то не вышел. Ну, да, ну, создай 2, ЕК-2004-2. Я создам с ЕК-2004 с подчеркиванием. Вот так. Там как? Наруто the best. ГРГС тащит. А тут есть регулятор громкости в самой игре, я только сейчас заметил. Бля. Да. Удобно. Да, это, наверное, востребованное, очень точнее. Ну, сильно просили, короче. Да. Потому что музыка орёт от видосов. Постоянно там, минус да, уши, да. Да. О, господи. Слушай, Карим обожает Юникод. Это Йити. Нормально. Карим чисто тестер программ своими никами на Юникод. Насколько хорошо Юникод поддерживается. Смайлики вот эти вот. Да. Нормально. Капец, Сань, ты там заглатываешь. А у меня что-то горло заболело. Пью чаю, короче. Ты же это, Сань, коньяком лечиться надо. Ой, бля, я вчера водкой лечился, как бы. Не помогло, да? Поделайся, да. Не долечился просто. Потом целый час на улице гулял в одних шортах, наверное, не надо было так делать. Вообще только в шортах, без верхней одежды. Коньяком, да. Чего, погнали? Погнали.
Валерия Меладзе. Урандомурк. Гамзульки. Литрулька. Твичи. Фельмешки. Хуй. Что, блядь? Пизда, блядь. Какого тут? Чё, блядь? Как этого чела зовут или что? Тарантино. Да. Чего, блядь? Чё за картинка? Это, блядь, какой-то... Там, по-моему, он типа, что ты снимаешь, Тарантино, или что-то такое говорит. Это типа в этом видосе. Бля, я забыл, называется. Сука. Вечное сияние чистого разума. Ты пьяный. А, это шоу Трум. Да. Шоу Трумана, да. Вечное сияние без вечного сияния. Вечная земля пухом. 300 очков. Властелин колец. Блин, слушай, реально. Это типа называется дорога, что ли, или путь? Дорога, да. А, супер. Там Арагорн бомж. Да. Трасса что-то там, какой номер, не помню. Нет, не то. Мерлин. Трасса 60, ты думал? Да. Это был Мерлин. Чего, блядь? Похоже, был челик, мне показалось. Че? А, это про этого? Дивный новый мир? Лол, я думал, это Илай, как вот эта вот фигня называется. А, это про книги, я думал, блядь. Книга Илай? Да. Сервантес. А, вчера я был. А? Ты и так знаешь. Сервантес. Что-то знакомое. По-моему, мы играли в этот пак. Ну, по крайней мере, вот этот вопрос что-то мне выстрелил, как будто уже был. Мне кажется, такой ребус как бы. С таким ребусом. Сложно придумать. И сложно украсть кого-нибудь. Блин, я не читаю книжки, что за фигня. Соглы. Че, я тоже Пелевина не читал. Произведение, блядь. Господи, блядь. Это собачье сердце. Да. Четыреста пятьдесят семь по Фаренгейту. Шутка пропала. Ну, на 6 градусов. Это пережарил. Если чё. Ну ладно. Ха. Ре. Капа. Капе. Капи. Вот. Твоя тема. Нюша, воспоминания. Жёстко. Блин, Саня тут выиграет все, он слишком... Да, блин, наконец. Девочки смотрят в мою сторону, мальчики тоже разделились поровну. Папарацци снова ищут повода, чтобы дать прессе сплетни новые. Успокойтесь, клоуны, я пришла танцевать, здесь не надо толпиться, мне не надо бежать. Как я это делаю, вы сейчас увидите. Кто меня не любит, вы просто мне зовите. Любит Сахаров, Собчак.
Да. Я без звук. Пиздец. Не было! Кайф. Такого не было. Не было! Не было! Правда. Промотать. Аллегрова? Было, но прошло? Не попал. Блять, ну ладно. Сука. Ну ладно. Блять, давай что-нибудь другое. За гемес. Блять. Думаешь, мне взять тебе? Не помню. Что-то там стимпанк, маджика и обскура. Нет, ну почти. Стимпанк. Стимворкс. О, блядь, ну это изи, конечно, чё. Это персона 5. Это персона 5! Градостроительный симулятор. Это Sims. Какой? Ну, допустим, четвертый. Бантут хоп. Третий. Второй? Да, по-моему, второй. Второй, ладно. Вообще пофигу, как бы. Мне кажется, они все саундтреки используют везде. Ну да, да, да. Нет, Серега, там в каждой части отдельный саундтрек. Блин, ну давай, да? Допустим, да. Света. Чего? Света. Сука. Юля. Ты сидишь без Света. Ну и ты ладно. Ты на Кате. Вирус. Эх, сука. Ну ладно. Не ищи, пожалуйста. Что, господи? Фига, мегалодон. Жёстко, жёстко. Та женщина была. Ведь у вас нет шансов. Мегалодон, нахуй. Что? Чё? Я не успел прочитать. Мегалодон, блядь. Вот это тоже я помню, тоже был такой вопрос. Покер? Техасский холдем. Холдем. Держи их, блядь. Я забыл, как это называется. Соседка Мария. Преферанс. Это... Что, не Pineapple? А, она. Да. Папич. Не гряну. Кто? Кто? Чё, блин, я... А ты чё сказал? Не гряну. Чё сказал? Чё, блядь? Так. Не, это мы играли этот пак, мне кажется. Флоп, тёрн, ривер. Хватит. Капа. Да, я тоже вспоминаю, что мы играли. Да, ну всё тогда, голос скип. Ух, я не играл. Матрица, нахуй. Да ну, шматрица, бро. Там полное название. Return. Мне кажется, это путь Neo. The Matrix. Там еще вроде есть Return to Matrix. Бля.
Так Гатнад, что ли? Ну, Ризен тогда. Okay. Мне казалось, там графон отличает. Ну, тут комбат какой-нибудь. А. С бурятами. Текен 100-500. Токен. Наруто Файтер Хрониклс. Не знаю. Жесть. Ну, зашел в онлайн-версию, может, там музыка будет. У меня есть звук в онлайн-версии. А что надо? Я за... Вон там в углу написано. Да, маска Гая Фокс. И Фокс. Эскобар не в имя. Бля, да, точно. И теорема его. Да. Теорема. Вопрос без риска. Балдёж. Всегда бы такие. Блядь, не рискованный. О, блядь. Можно. Французский. А. Угадай, куда шмальну, как бы. Два равно точка два. Вторая буква А, типа, наверное. Так это же изи. А, понятно. Да. Не очень изи. Ну там изи. Ребус. Сартр. Сортир. Ар. Воды в рот. Суета, да. Че, Ян, готовишься к вступительным? Нет. А ты готовишься? Нет. Вступительный куда, Гайс, вы чё там? Это же... Ну, физика. Метафизика. А, метафизика, да. Сверхразум, блин. Так, давайте что-нибудь другое. Эх, Андрюха, мне нужна. Сегодня нужно подвое и трое про запас. Эх, Андрюха, мне нужна. Что это? Это вечер. Традиция у нас. Похоже. Не шарю в этом сорте. Ну, голос похож, да. Охуенно, даже в онлайн-версии нету звука. Странно. Может, это у тебя есть. Звука нет? Мне тоже кажется. Реально. Потому что у меня в онлайн-версии все нормально. Чисто на телепатии с вами диалог вид. Ух ты. Это 50 копеек. А трек? Блин, понятно, всё, бан. Ну это бан. Только убежавший лес. Управляемый лес, убеги, поспеши. Получи велосипеды. Давайте получим его. Давай, выглядь эффективным. Сука, выгляди активно. Форрест Гамп. Бля, охуенный перевод. Получи велосипеды. Лес, блин. Эскалибур. Эквилибриум. Вот это жесткое. Фух. О, блять. Это же Blade Runner. Да. Классный фильмец. Я сразу две смотрел части. Вообще, а я вот новые не смотрел еще.
Это грид автошпрот. Simulation 2. Ебать. Назови гонку по интерфейсу. Чё ты, Дима, стал тише. Величайший 2007. Классная песня. In the Fly? Вот так называется, да? Чё? Чё такое? Блять. Ну и хуй сосите. In the Hot? Блять. Ну, пизда. Да, конечно. Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты скажи нам, ты в порядке, Саня? Вот открытая кошка, как фамус, потрепал немножко. Он пролит твою квартиру, он достоин, но не видно, Саня. Саня! Майкл Джексон, Smooth Criminal. Гладкий криминал. Да. Саня, ты в порядке? Я, в принципе, да. Плюс-минус, да. Плюс-минус. Редакская версия или что? Дискотека «Авария» Малинки. И Жанна Фриске. Ох, ладно. Мой хамс, мой хамс, мой хамс. Бля, помните. Афоня. Блять. Мачете. Это же из «Игры престолов», челик. Да, Ланнистер. А, блядь. Мачете, да. О. Говно из жопы. Хаос. Главная работа. Почти. Знаешь, я такой решил затралить все философское сообщество. Реально выпустил труд, говно и жопу. Выдал, так сказать, мировому сообществу на лопате. У меня фамилия Кликович. Ничего не грузится. А. Я говорю про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если из картошки? GTA какой-нибудь, я не знаю. Да, да, да. Да, но... Что происходит вообще? Погоди, там же про прозвище что-то сказал. Того чувака, которого... Персонажа надо назвать, да. Ну тот, как Виктор зовут его, по-моему. Ага. Что? Чё? Нет, Виктор Цой, да? Виктор Цой? Нет, Лукашенко. Ну, а, Владимир. А, Влад, да, точно. Блядь, GTA 4, такая игра есть вообще? Да. Даже пятая есть. Нико. Не, ну пятая, это понятно. Skyrim на минималках, так, так и запишем. Блядь. Arx Fatalis. Жёстко. Жесть, как ты знаешь такую хрень? Кто такой? Это потому что это Моровинд на максимал. Джастин Тимберлейк. Похоже на него. Да, это Джастин Тимберлейк. И правда похож на него. Я бы такой мультик не смотрел. Да ладно, он был клёвый. Что это вообще? Если только вас. Это что-то диснеевское, да? Нет. Блин, подожди, может я перепутал. А нет, это хуйня какая-то.
Это мой джем. Жестко. Раш. Чё раш? Раш. Раш. Раш бэ. Раш. Раш бэ, блядь. Бейонсе и Шакира. Шакира. Бля, реально. Жестко. Тупо знаешь все, Антон, оказывается, просто боишься. Да я народ даже сказал. Я не знал. О. Только одного знаю. Кого? Пуза Темпл. Блять. Дизель Пауэр. Prodigy Pain? Нет? Да. Да, пиздец какой-то кроссовер. Хороший музон. Запах помоек, крики драки со двора. Бомжи, менты, террор товарищи. Покажи, да. Туберкулез и СПИД и прочая зараза. Как охуительный в России вечера. Это за душу берет. Кто? Владимир что? Нежный. Владимир Нежный. Жесть. Ты же полезный. Нихуя, нихуя реклама. Господи, скандинавская мифология. Блять, рандоморг. Выбирайте, что там интересно. Блять. А, там картинка. Блять, что? Мем. Сложный ребус. Мемуары. Да. Понятно. А, мем у Ары, попугай Ара. Да. Лучший способ — это скормить труп свиньям. Свиней надо несколько дней не кормить, а после этого они сожрут расчлененный труп за милую душу. Какой из двух фильмов как бы это был? Пиздили. Да. Сука, я тоже путаю эти твои фильмы. Я буквально неделю назад пересматривал. Что за сталкер? Не. Похоже. Ну, Моровинд. А. Дальше вы не пройдете, пока не предъявите и не покажете бумаги. Че кто хочет? Да себе оставляю. Тема. Кик. Чейш. Что такое 2 ч? Я, кстати, не знаю, может он как-то по-другому на 2 ч. Аним? Я не знаю. Пусть будет анима. Там просто А. А, понятно, Г. Блин. Оставлю Антону, тупо забирай. БТТВ, БТР Твич ТВ. Он один, кстати. Вот он. Вот он. Вот он. Дуб. Надо было Тора, короче, смотреть нормально, то я не помню, что из этого. Пизду, блядь, это говно. Игдрасиль.
Просто что-то там из Вова вспомнил. Не, из Рынтарук. В Торе тоже было. Фенрир. И это тоже в Вове есть. Это же Фенрир. Скандинавская мифология. Не, нихуя. Чё? Что так сложно? Кто Роско. Она знаменитая, кто? Не знаю, актриса Роско. Турецкая. Да, там что-то... О, вот Лида и большое. Кингагап, что? Да, это, ну это мы играли, поэтому... Знакомая у меня. Блядь, что? Кто ввел философию? Перцепции. Блин, это было на пару. Кант. Жестко. Жестко, да, заросил шелик просто. Визави. Визави. И там еще объяснение, блять, сука, для тупых максимально челиков. Что? Эгоцентризм. Ебать, уйдет. Ёпта, да. Господи. Сука. Конгруентность. Жестко, жестко. Декаденство. Блять, берите нахуй эти вопросы. Вот я что? Ты диплом тебе раз не получил. Портовая шлюха по имени Катюха. Очко как два Китая. Дам за пакет на свая, на свая. Годно, годно. Да, по-моему, оригинал хуже. Морская. С очками из Китая. С очками из Китая. В лазаре. Галустян завёл ягнят. Юная песня, кстати. Самаре. Песня называется «На заре». Сука. Альянс «На заре». Питер. Саморез. Саморез. Галустян завел их, нет. Пиво черного мужика. Милазия. У открытого рта женька. Как бы тонкие губки вони окропить. Вау. Лучше тогда без тянки жить, как эти вот мужики, и смотреть Харухи Судзуми.
Да, Валерий Меладзе, самба белого мотылька. Жестко. Да, нормально. Я проникаю словно в Варшаву Верхмай. Во, вот это я помню. А больше не больно, больше не больно. Почувствуй мой арийский огромный рейхстаг. Ну боль же не больно. Полина, не больно же. Ну я проникаю. Бузова, но как песня ее называется, я в душе не знаю. Больше не больно? Привыкай. Я привыкаю снова просыпаться. Может, скипнем? Все, хорош. Больше не больно. Здесь я там еще пищим. Я переведу вот эту вот скипнем. Это просто вода. Мне больше не больно. Чего? Говорю, через два года мы опять этот пак забудем, можно будет еще... I'm an artist. А мы на месте ебучие. Может, завтра уже сыграть. Finger in my ass. Блядь, хорошие. Вот этой атмосферы не хватало. Да, да, да. А, это точно. Серьёзный. Давние боли идут чередой, пусть собираются все. Это седьмой элемент Витас дед. А, нихуя себе. Нет, это опер номер два, фига. У него там несколько песен есть. Сука. Матафикс Биг Сити Лови. Вот. Я затолкаю тебя в тачку силой, я отвезу тебя к пацанам. Там в баньке мы тебя трахнем. Это Мэдисон? Я тебя трахнем. Да, это Мэдисон. Ну, отвечайте. Мэдисон. Илья Хани Мэд Мэдисон, если что. Ладно. Дудка, 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 блядь, и трубник, блядь, дудка, блядь, и трубник, блядь. Не знаю. Ну, Москал, оригинальный трек. Если я это и раньше слушал, то мне и тогда смешно было, я уверен. А этот исполнитель? Чингисхан. Чингисхан. Ласка. И трубник. Папина ксива всего лишь. Нет в моем мерсе ни трупа, ни ствола. Папина ксива сегодня. Депсов снова спасла. Как песня называется? Вот так вот. Пусть будет Валерий Меладзе, как ты красиво. Ну, чуть-чуть. Сегодня.
А, все? Все, что ли? Ну ладно. Проблем. Мы точно не выиграем. Чего? Я все, да? Я спать. Да? Да. Так, и чё?